В мэрии сегодня собрались представители Союза русских ганзейских городов. Обсуждалась в том числе подготовка к 10-м русским ганзейским дням, которые пройдут следующим летом в Великом Новгороде. До 2019 года Великий Новгород был единственным городом, который принимал международные ганзейские дни. В этом году эстафету подхватил Псков, но мы все равно остаемся первопроходцами в русской ганзе. По традиции, именно мэр Великого Новгорода является президентом Союза русских ганзейских городов. Сегодня их 13 представителей каждого приехали обсудить планы на 2020. Одним из важных событий станет проведение ганзейских дней прямо в сердце новгородского Кремля. Подготовка уже началась. Конечно же, здесь надо посмотреть и финансовые возможности, а технические возможности. Может быть, немножко поменяем формат проведения на парада. Я думаю, в любом случае будет интересно, потому что приедут гости, приедут не только представители наших русских городов, но приедут еще представители наших побратимских городов. Но все-таки для российских городов это событие имеет большее значение. На торжество планируют приехать наши соседи из Ленинградской области. Небольшой Кингисепп тоже в составе Ганзейского союза, как русского, так и зарубежного. Говорят, это хорошее подспорье для развития экономики, дружеских отношений и, главное, туризма. Уже сегодня разрабатываются новые туристические маршруты. Наш город является приграничным с Евросоюзом, и некоторые туристические потоки будут направляться через наш город Кингисепп. У нас есть исторические места, которые мы бы хотели бы показать не только нашим российским туристам, но и зарубежным. Еще одна важная тема, которую обсудили сегодня – 40-е международные ганзейские дни в немецком городе Брилон, которые пройдут в июне следующего года. В одном из представленных там проектов «Искусство ганзы» будет участвовать наша «Красная изба».